Всем привет! С вами Скайтоп. Бигфут – это название предполагаемого животного, похожего на человекообразную обезьяну. Обычно его описывают как большое волосатое существо, которое передвигается на двух ногах. Бигфут – это почти то же самое, что и снежный человек. Его иногда встречают в глухих лесах, но бывает, что бигфута видят совсем недалеко от человеческого жилища. В этом выпуске я покажу несколько кадров, на которых якобы запечатлен бигфут. Ну что ж, погнали! Эта запись была сделана в 1994 году лесным служащим Полом Фриманом. Во время своей работы в лесах штата Вашингтон он заметил на земле огромные отпечатки ног, похожие на человеческие. Пол пошел по ним и вскоре увидел вдалеке несколько больших фигур, покрытых шерстью. Фриман уверен, что это были бигфуты. Это видео также из Америки. Во время охотничьего сезона на оленей один из охотников сделал видеозапись, на которой запечатлено странное существо, похожее на огромную обезьяну. Сам охотник говорит, что видит такое первый раз. А специалисты, изучающие эту запись, заявили, что она подлинная. А это первая видеозапись, на которой запечатлен бигфут. Ее сделали Роджер Паттерсон и Роберт Гимлин в 1964 году в штате Калифорния, США. Они двигались вдоль ручья, когда одновременно заметили странную фигуру, которая принялась от них убегать. Группа туристов заметила среди деревьев какое-то движение. Присмотревшись, они подумали, что это медведь, но потом поняли, что это не так. Существо больше походило на огромного человека, покрытого шерстью. Возможно, это был бигфут. Это видео было сделано в горах Британской Колумбии. Спортсмен-альпинист заснял, как он утверждает, настоящего бигфута. По его словам, он увидел движение и сначала подумал, что это человек. Однако до ближайшего человеческого жилища было много десятков километров, а этот человек шел один, без снаряжения, да и ростом он был слишком велик. Здесь группа туристов наткнулась в лесу на странные сооружения, похожие на шалаши.
А через несколько минут они увидели, как огромная фигура медленно спускается с холма. По оценке, рост этой фигуры был никак не меньше 3 метров. Скорее всего, это был настоящий Бигфут. А перед тем, как попрощаться, хочу посоветовать вам крутую онлайн-RPG-игру Black Desert. В ней вас ожидает огромный реалистичный мир с отличной графикой. Для начала вам нужно выбрать себе персонажа. Их здесь несколько. Воин. Лучница. Варвар. Колдунья. Мистик. Ронин. И Валькирия. Каждый персонаж наделен определенными способностями и навыками. Например, лучница отлично стреляет из лука на дальние дистанции и хорошо уворачивается от атак. А варвар предпочитает ближний бой. У него самый сокрушительный удар и тяжелая броня. Такого победить очень сложно. Развивайте своего персонажа, сражайтесь с другими игроками, повышайте свой уровень и станьте лучшим из лучших. Ссылочку на игру я оставлю в описании. На этом все. Друзья, подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. И не забывайте включать оповещения с помощью этого колокольчика, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. А я ненадолго прощаюсь с вами. До новых встреч!